Всем привет! День пятый. Привет! У нас идиллия. Кошки все дружно кушают у нас с утра. Уже не дерутся. Уже не шипят. За все время нашего пребывания, отчитаюсь, у нас всего один пострадавший. Лёлик. Не знаем кто, или Сквика, или ЛГ. Его вчера цапнули около глазика и шла кровь. Вот я говорю, у кошек все как у людей, страдает самый безобидный, самый добрый. Вот, но Лёлик, похоже, простил их. Он вчера уже лежал и пузо кверху. Вот, и у нас эксперимент продолжается. Сейчас я их оставляю на одну ночь. Вот, привет. Я еду домой, сейчас Таня меня завезет. У нас раннее утро, все спят. 7 утра, и у меня завтра гражданство американское и получать мне. Вот, так что я еду сегодня домой, и мы посмотрим, как кошки будут вести себя в мое отсутствие. И завтра вечером я вернусь, уже их заберу, и мы поедем домой. Все, пока. И еще раз привет, я дома одна. Мне до такой степени непривычно, я даже не могу выразить словами. Какое-то вот такое чувство пустоты. Во-первых, я приехала из дома, где много детей, где все животные. И я уже привыкла за 5 дней находиться в людях, в народе, скажем так. Вот, я приехала сюда, во-первых, и одна я, а во-вторых, еще и кошек нет. И я постоянно ловлю себя на мысли, где они? Я кричу, Сквика, ЛГ, идите сюда. И потом вспоминаю, ой, их же нет. Я начинаю ходить по квартире, по пустой. Я натыкаюсь на место, где стояла их как деточка все время. И тут так пусто, и у меня все время глаз цепляется за эту пустоту. Там лежит коробочка с их кормом, и я тоже думаю, ой, надо было корм убрать, кошек же нету, где они? И, в общем, у меня такое состояние, я какая-то потерянная сегодня, вот, но это один день всего, я надеюсь, что завтра уже я поеду либо их забирать, либо я, может быть, переночую еще один день. И во вторник, Таня нас... Во вторник уже точно я их забираю, и мы будем дома. В общем, получится ровно неделя, как кошки провели у Тани, у ребят дома. Вот здесь вот опять раз. Где ЛГ? Нету, обычно здесь лежала. Вот, я сегодня уже, конечно, звонила, я спрашивала у Даши, как они себя ведут. Даша говорит, что все хорошо, все нормально, все на своих местах. В меня вселяет надежду то, что когда я сегодня утром уезжала, все кошки уже ходили друг около друга, и они уже не боятся. Они еще, конечно, подрыкивают, подшипливают друг на друга, но уже все хорошо. Вот сейчас еще проверим, как они проведут ночь без меня, как они будут ночевать одни, потому что они как хвостики, особенно ЛГ, она постоянно и спала со мной, и около меня сейчас меня нет, не знаю. Вот, но на сегодняшний день я хочу сказать, что эксперимент, в принципе, наверное, можно сказать, удался или почти удался. Вот. Я поеду еще теперь, вот, завтра-послезавтра, и уже окончательно тогда мы решим, остаются кошки у Тани с Володей на 3 месяца моего отсутствия, либо нет. Но я так думаю, что да. В общем, вот такое у меня получилось сегодня небольшое видео, как бы видеоотчет о моем дне одиноком таком, в одинокой, в пустой квартире. Вот, завтра я иду получать гражданство. Я, вернее, не знаю, я иду сдавать пока тест и отвечать на вопросы по анкете. Но, насколько я поняла, что церемония самого получения гражданства будет проходить либо в тот же день завтра, либо они назначат мне следующую дату, когда прийти уже на церемонию
клятвы и получения самого гражданства. В общем, я этого не знаю, завтра все будет видно. Я, конечно, нервничаю жутко, я приготовила все документы, все сложила, все 10 раз пересмотрела, чего-то у меня не хватает, у меня нет оригиналов документов кое-каких, которые у меня просили. Вот, но иду с тем, что есть. Не знаю, мне кажется, сегодня спать не буду, очень сильно нервничаю, переживаю. Ну вот и все на сегодня. Пока-пока. Целую.